информационная программа в стиле хип-хоп хулигана. Новости, ужасы, радости и скандалы, шалости, глупости всякого народа. Политика, культура, спорт и погода. Новость дня. Сенсация. Чисто заказуха на Минском шоссе. Взрывали конкретно Чубайса кортеж. Чубайс как бы съехал, спас БМВ. Вопрос: кому это надо в этой стране? Чубайс, он реальный чиновник у власти. Хотел дать народу света и счастья. Но враг, он не дремлет, не спит по ночам. Чтоб россиянин ни дня не скучал. Новости политические, места не критические. Новость дня. У Акаева беда, Киргизия на ушах. Да здравствует Аллах. Оппозиция побеждает, враги убежали. Такого не ждали, не гадали. Опять революция, народ на улицах. Америка любуется, демократия forever, пока не надоело. Новости экономики, олигархи и гномики. Союз нерушимый промышленников, реальный, невымышленный. С Путиным встречался, понравится, старался, вопросы, ответы. Что с налогами делать, денег не хватает, инвестиции как снег тают. Был Путин строг, справедлив, логикой всех удивил. Пофотался на памяти, заседать оставил. Доллар падает, народ не радует, конвертируем в евро или в дело. Курс Центробанка 27-26, было б на что поесть, йо. Новости спортивные для россиян наивны. Россия поперла на Лихтенштейн. Чисто по футболу, все хочет стать чемпионом. Удар, еще удар, нога, голова, штанга, солидар, благодар. Болельщики, правда, кайфанули. Наши ихних 2-1 натянули. Киржаков красавчик, давно не мальчик, герой футбола. Питерская школа. Новости культурные, типа Швыдко и гламурные. Либретто в Большом театре, Сорокин в порядке. Михалков Никита очень сердитый, КВНом обозвал. Завидуют точно Сорокину очень. Либретто про три вокзала, проститутки, герои зала. Клоны композиторов разных и болезни заразные. Короче, братья и сестры, дуйте в клуб «Осень». Там все тоже, но подороже. Новости погодные, приметы народные. Завтра днем плюс 5, ночью холодно, опять где-то минус 3, лужа замри. Кальсоны пока не выбрасывать, шапочки тоже, а простыните себе дороже. Дождя не будет, а может и будет, москвичи привыкли, особо не убудет. Ха-ха-ха.